А сейчас попробуем исполнить песню Булата, которую никогда не пели. И это вроде одна из последних, или самая последняя песня, которую сочинил Булат Акуджава. Он ее исполнил на вечере литературной газеты, который проходил в 1994 году в киноконцертном зале Октябрьском. Ну, может быть, кто-то был на этом вечере. И я помню, как за кулисами мы с Булатом Шалычем разучивали эту песню. И я не сразу схватил, потому что довольно сложно. Вот. Это стихотворение Булат Акуджава посвятил Владимиру Спинакову. Называется «Отъезд». На волторне поет за двоих.